Председатель Совета депутатов Одинцовского округа поздравила сотрудников территориального ветеринарного управления номер один с профессиональным праздником – Днем ветеринарного работника. Председатель Совета отметила их вклад в развитие службы и вручила 8 отличившимся работникам благодарственные письма. Традиционно в последний день августа мы чествуем тех, кто выбрал своей миссией заботу о животных, рассказала Татьяна Одинцова.